США передали 3 заключенных Гуантанамо властям Объединенных Арабских Эмиратов. В числе узников оказался и россиянин Равиль Мингазов. Помимо него в Арабские Эмираты направлены афганские бизнесмены и гражданин Йемена. Еще один заключенный отправился на родину в Саудовскую Аравию. Таким образом, по данным Вашингтона, в учреждении на военной базе остается 41 узник. Напомню, Барак Обама обещал закрыть тюрьму Гуантанамо еще во время своего первого президентского срока. Однако многие представители как республиканской, так и демократической партии высказывались против этого.